который, вот, наконец, дошли у меня руки до гитар Тайлор. Причем гитары Тайлор, топовые версии, это у меня сейчас их две, одна 814, другая 912. 912 уже как бы нашла счастливого обладателя, а 814 еще нет. И вот как раз с нее я начну. Вот, я не буду долго распинаться, потому что там какие-то крутые гитары, как они делаются, там, значит, ну, понятно, что это полный массив, понятно, что это, как бы, по дереву полная классика, то есть елка, палисандр, там, все дела, но у Тайлора, у него своя совершенно идеология и звука, и построение инструментов, соответственно, поэтому... Но у меня к этим гитарам двойственное совершенно отношение. Вот почему, я расскажу чуть попозже. Вот сейчас я попробую там и с микрофона, и так, и в комбик поиграть на этом инструменте. Да, ну я быстренько покажу, значит, выглядит сзади он вот так. Мы ничего такого не увидим выдающегося. Вот его, значит, управлялка. Вот три ручки, крутилки, громкость тембр, громкость басы верха. Вот. И, собственно, ну, красивая голова. Вот она с надписью Тайлор. Накладка, по-моему, черное дерево, если я не ошибаюсь. Вот. Ну, давай сейчас попробуем немножко, а потом я еще что-нибудь порассказываю. Ситуация, ну, не как у фотографов, да, у которых Nikon и Canon там, ну, я не знаю, как сейчас, но раньше было так, а тут, значит, соответственно, Тайлор и Мартин, да, как бы, ну, видимо, основные две конкурирующие компании, хотя существует еще много чего, вот, и мне удалось за, вот, последний год, наверное, там, я с акустиками познакомился намного лучше, чем до того, как. Вот и Мартины были, вот Тайлоры появились, Урхи, Мейтоны и так далее, и так далее. Вот. И я понял, что вот познакомившись с этими двумя топовыми Тайлорами, я понимаю, что у них своя совершенно действительно идеология. То есть это такой очень модерновый в чем-то, наверное, я бы так определил этот инструмент. То есть если Мартин это такая классическая история, вот, то Тайлор нет, они звучат совершенно по-другому. И кому-то это нравится, а кому-то нет. Ну, мне, видимо, я отношусь ко вторым. Вот. Но это не значит, что гитары плохие. Гитары-то замечательные. Просто с ними надо, видимо, как-то по-другому взаимодействовать, по-другому обращаться. И вот говорят, что особенно их любят звукорежиссеры. Как бы, потому что с ними проще работать. Там они более как бы дают меньше всякого вот низа, например, как в Мартине. Дают такой определенную серединистость, немножко с металлом звуки. Ну, что-то такое, я бы так сказал. Вот, вообще, как бы говорить, конечно, о звучании – это очень такое себе занятие. Тем более про акустические инструменты.
Этот инструмент практически новый, то есть, ну, у него был, по-моему, один владелец, да, но не более того, и, видимо, по году изготовления, это, я думаю, то ли 2000, да, то есть, либо, может, 21, может, 22 год, вот, появилась вот эта вот зализанность, вот тут такая вот с боку, в боку, как бы, на более ранних версиях этого инструмента такого нет, он там тут ребро такое острое, здесь все так сглажено, руке приятно ездить туда-сюда. Вот гитара наличие, гитара продается, гитара в лавке, гитара наличие, гитара продается, гитара обменивается, кейс там, кейс родной присутствует, то есть я говорю, там хороший такой настоящий, такой классный комплект. Вот. Ну, не дешевое, конечно, удовольствие, но оно того стоит, особенно для тех, кто с этими гитарами как бы знаком, кто понимает и знает, и кому нравится вот именно это звучание, потому что другие акустики звучат, потому что акустики других компаний. Ну, вот, наверное, ближе к нему, вот, ну, наверное, Мессия может быть у Мейтона, да, и то она будет звучать неплохо. Вот. Ну вот, наверное, и все, что я бы мог сказать по этому поводу. Ну, я думаю, что вот на этом можно и закончить терзать замечательный Taylor 814. Вот, гитара в лавке, как я уже сказал, гитара продается, гитара обменивается, обмена рассматриваю всех в пределах разумного. Вот, и на этом, думаю, что можно откланяться. Я прощаюсь, вам спасибо за внимание и пока-пока.